Новые выплаты получат около 5 миллионов родителей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Подать заявление можно с 1 мая. За ежемесячной выплатой могут обратиться все нуждающиеся семьи с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Размер пособия составит от 50 до 100% от детского прожиточного минимума. В случае, если с учетом 50% выплаты доход семьи не превысит региональный прожиточный минимум, то сумму пособия повысят до 75 или 100%. Информация о всех нюансах получения выплаты есть на портале Госуслуг. Подать заявление можно там же, в МФЦ или в пенсионном фонде.